Друзья, всем привет. Вот наступил второй день нашей рыбалки. Опять вот на мизине. Солнышко светит, сегодня будет тепло. Сейчас жду Ромку. Сейчас придет, я уже в лодке. О, достал тут кое-что. Наши, короче, приманки, да. Удочки всякие, да. Бак с бензином. Вот. Сейчас поедем. В общем, до моста, и там будем ловить что-нибудь. Короче, до часу мы ловим, приезжаем, человек потом за нами приезжает, и уезжаем потом за Харюзом. Как-то так. Ну, конечно, тоже покажу здесь, чем поймаем, не поймаем. Вон, дядя Рома чешет. Привет, скажи, товарищи. Здорово. Тебя разводяжил, да? Ну, все, нам хватит. Ну, все, друзья, давайте встретимся уже непосредственно на рыбалке. Ну и что будет, то будет. Все вы увидите. Ну вот, ребят, наконец-то один обрыбился. Вот видите, на какую селекошку взял. Красно-белая. О, и желтой башкой. Смотрите, какой хороший, да? О, все, наверное, спрей. Красота. Да и только. Так надо было в эту кинуть, не? Сюда кидай, ты все пока. А? Я вот ждем 80 минут. Ага. Понял. Короче, друзья, спустились мы тут. Сколько, я не знаю, вон. Каслан. И вот мы. Вот так вот. Сколько тут мы? Километров сколько мы отъехали-то? Тройку? Пару, да? Два-три. Вот, короче, до сюда хотим доехать, вот до этой. Вот до вот этой дерева. И все. И назад. Дай мне силикон такой же. Я хочу ловить рыбу. У меня нет такого силикона. Он жадничает мне. Я тебе сказал, доставай. Не хочешь. Все, дай рыбу, дай. Все, дай. Рыбу мне не надо, я сам поймаю без тебя. Вот, друзья, какой красавчик. Смотрите, как он поднял. Вот это я понимаю, больше ладошки, две ладони. Смотрите, в сравнении с тем. Со средним, как Ромыч говорит. Средний у тебя. А у тебя ладошечка, да? О. Ну все, Славка вбился. Юху! Наконец-то. Пиво убрал, блин. А? Все, палево. Палево. А это же этот. Это же бензин. Ну что, ребятки, давайте попробуем с включенной теперь камерой половить. Сейчас проверим. Рома сказал, тут есть окуня. Ну и все, значит есть. Ну, хорошенький. Вот такие хорошо, да, этот как его? Ну, коптить, да? Это уже более-менее, да? Вкусная рыбка. А? Конечно, это не тот, которого ты поймал, Гран 700. Где ты поймал, говоришь, дальше, да? Вот на той стороне. А, на той стороне? Вот где лес кончается. А-а-а. Ну-ну-ну. Вот действительно, силикон сразу поставил, да? И, смотри, пожалуйста. А сколько блеснил? И на вертушке, и на эти, да? Бесполезно. Ах ты. Опять хвостик поджал. Не бзди, успокойся. Другой бонжур получается. Ну, давайте попробуем немножечко. Так. И как обычно, камеру включаешь, рыба не клюет. Ну, как всегда, да? Бывает. Главное, сорвался прямо уже в лодке. Лодку затащило. Бух! И все. Вот что значит мы, без подсака-то. Ну, мы так, типа спортивная рыбалка, полу. Если поймали, значит забрали. Если нет, значит ушел, да? Значит, не мое. Да. Значит, не для нас она росла там. Че, был?
Может, там травушка опять? Опять же. То есть отравень, да? Настащит по течению. То есть не по течению, а против течения ветерок. О, мелочи полно плавает. Ой, ребятки, вы бы видели, короче, это. Ельца сколько. У нас это в каре столько ельца, по-моему, нигде нет. Его как слоны бегают кучами. Как эти, в Африке там. Животных этих, зебр. В мире животных. Да. Пискари тут и кого только. Вон, мелочи сколько, вон и подлодки у нас гоняют. Прячутся от этих, от хищников. Она, видишь, беленькая, она хорошо видна, да, прям под водой, вообще классно. Еще хвостиком своим такая виляет, как эта телочка. Как это, говорит, ко мне девушка идет, бедрами виляет, да? Ящик водочки несет, молодец, каха. То же самое здесь. Тоже щука умрала. Где трава, щука тоже. Щука, да? Да. Ну, сейчас попробуем, да туда спустимся. А если она тут есть, она и будет. Ладненько, давайте тогда потом включимся. Тут что-то пока. А где трава? Вот эта трава, да? Да. А, ну тогда подождем сейчас. Вот от этих березок. О-о-о! Вон окунь какой большой, он и хороший. Ты гнался и все, остановился. Вон прям вижу его. Ушел обратно туда, к берегу. Хорошенький тоже был. Как ты говоришь, средненький. Попробуем. Средненькие, они сразу хватают. Это значит, ну, может быть, да. Ушел, нету. Вот он. Он опять поднимается, видишь? Вон он. Ну да, это такой же, малюсенький. Малюська, малюська. Что-то нас обратку куда-то тянет. Против течения, да? Вот там, да, щука, как же была? Или дальше, к той траве? Не, вот это, от этих березок вот. А-а. Чуть ниже вот той палки. На-на-на. Две или три. А сейчас плескалась, да, тоже ты же, да? Или нет? Или ты попалась просто? А, тут да, поймал? Ловилась, да. А-а. Я думал, сейчас плесканулась. Что-то я тебя плохо расслышал. Ладно, пока отключаемся, короче. Что толку-то показывать, если пока ничего не клюет. Друзья, попался кто-то. Наверное, кушок опять. Вон, тащу. Да, точно, вон. О, какой бандюга. Вот он. Зайчик взял. О, вот это малыш. Ну, ладошка, да. Красавец. Тоже хорошо. Ну, подожди, друзья. О, мадыка взял за усу, прям, видишь, за ус. Он бы сейчас бы ушел бы. Угу. Ура! Ну все, пошла масть. А вон, видишь, около этой, вот этого говна всего. Вот он тут и водится, походу, да? Охотится здесь. Я прям такой, спокойно проводка вот такая вот была. Просто кручу, то есть не этот. Не качаю туда-сюда, а так вот. Тук-тук-тук, бах. И ударчик есть. Ну, видишь, этот коряжничек такой он здесь. Он тоже. Как ты сказал, второе место занимает после. Что? Ну, по чистоте. Байкала вон. Окунь там под корягу пошел. Ладошка. После Байкала. Да. Вот такие вон бутылки плавают. Второе место занимает. Люди засирают сами, черти, блин. Сами, вон тут малька там, вот и куча.
Он тут и охотится. О, на корягу засели немножечко. Сейчас туда кину. Проверю. Как говорят, да, в основном этот, ну, это типа его угодья, он отгоняет. Бывает, да, этих, типа, нифига тут плавать. Нападает. Хотя, вон, там вон мелкий, он плавает, вон. Семга же, когда на нерест поднимается, она же тоже не пытается. Она атакует, просто отгоняет. Ага. Понятно. Так, сейчас я толканусь тогда. Сейчас проводочку сделаю. Толкнешь, что ли? У меня же это. Вон, видишь, окушок-то. Вон он. Погнал. Он туда вперед. Оп, ну давай, попробуем. Друг. Ага, и ушел. Молекула там. Ну все равно клюет, когда хоть маленький, то приятно. Хоть какой. А кайф все-таки есть. Вот так вот, вот, спокойненько так вел, так же. Бух! Есть контакт. Ладно, до следующего включения. Так, ну что, друзья, да? Правильно, Рома чуть не сказал, здесь ловить нехер, говорит. Ну а что он? Ну все, мель начинается. Это надо на ту сторону ехать. Где там ручеек, где Рома поймал, говорит. Сколько грамм? 700? 699. 699 грамм. Был... окунь. Видали, какой гонщик? Охереть. Вообще гонщик. Супер. Ладненько, все, друзья, мы едем в верховье сейчас. Если заведемся. Ладненько, давайте. Вот, друзья, технические неполадки. Сорвало шпонку. А этот у нас товарищ, который молодой. Хозяин, как этой лодки, да, мотора. Он гвозди ставит. Такие, что оттуда хер выкрутишь. Вот надо, такие тоненькие ставить. Чтобы легче было и вытащить. Ну, сейчас загнем и все. И погнали. На мель просто наехали, блин. Тут фарватера вообще нет никакого. Что нас сюда понесло? Не знаю. Ну, в общем, все уже сейчас доделаем и едем. Здесь хоть. Куда понесет? Везде мель. Да, везде мель. Ну там-то верховье-то нормально, там хоть получше ехать. Вчера-то нормально ехали там. Друзья, вы когда-нибудь такое видели? Смотрите, как едем. Вот вам и мизень. Воды по колени. Ай, нога болит. Вон как едут. Один прет, другой толкается. Ой, и смех, и грех. Слушай, я, наверное, по пляжу пойду, да, Ромыч? Там, наверное, лучше идти будет мне. Ой, вот такая фигня. Короче, три харюза, ой, харюза. Три окуня поймали. И все. Но рыбы нет, вон. Все люди говорят, рыбы нет. Куда делась, непонятно. Так, пойду-ка я. Наверное, выйду на берег. Это будет легче выйти. Я думаю. У меня нога болит вообще. Ходить не могу. Ай. А еще на лесную речку нам сегодня ехать. И так уже опаздываем. Человек нас там ждет. С этим мотором. Этот ветерок выкинуть на помойку тоже надо. Как я сделал. Со своим. Они отслужили свое. Ой, ладненько. Осталось вон совсем чуть-чуть. И мы прибыли. Если видно будет. О, друзья, ворона нападает на коршуна.
А ему по барабану. О, смотрите, что творит. Обалдеть. Защищает, видать, свое гнездо. О, а ему все равно. Во, ворона безбашенная. Ну все, разлетелись. Красота, да? Вообще лепота. Вот на этой речке будем. Видали, друзья, как я сейчас иду? Ловить рыбу. Вот. Нога болит, но я на рыбалке все равно. Это лучше, чем дома сидеть, и чтобы она дома болела. Зато тут, друзья, тут, блин, природа. Дышится легко. Друзья, река харюзная. Чисто харюз. Вообще красота. Иногда семга заходит. Ну, бывает, да. Не факт, что да, поймаем. Да, попадется. Да, ну, короче, харюс-то все равно есть. Да. Ну, все, друзья, до следующего включения. Пошлите дальше. Что, ребят, наконец-то доковыляли. Смотрите, да. Даже какие эти подберезовики растут. Во, смотрите, вот эти красавцы. А. Вон, опять эта избушечка красавица. Это Ромочка красавица. Костер там вроде бы держал, да? Что-то потух, по-моему? Ага. А. Нет, только его ржал, по-моему. Береста ржал. Надо еще в избушке, да, затопить сейчас. А. Сейчас я достану это фонарики и все. Так, по темноте, наверное, показывать не буду. Подержи, да. Пожалуйста, сейчас я 2 секунды достану. Вот, да, не забывай, сейчас. С утра покажешь, как там избе, как что. Не буду я с утра показывать, с утра никогда будет нам. Будем мы быстро бегать. Давай, я лучше пойду. Дай фонарик, вот этот. Вот, друзья. Вот эта красавица избушка. Вот тут я ночевал. Тут Ромка ночевал. Вот такая печка. Смотрите, какая классная. Вообще красотища. Вот умывальничек такой. Ну, вообще здорово. Стол, все. Вон хавчик, вон газ, все. Тут наша даже соль осталась. Тут, походу, вообще никого не было в это время. Было, было. Было? Тропы натоптаны. Да. Посмотри, пожалуйста, ведро. С этими? Ну? А чего, мы же не взяли ведро? Камни. Так можно кам взять? Ну все, вот мы, короче, на реке. А, говорить я ее называть не буду, эту речку лесную. Да, вы все ее знаете. Да, они уже все знают с того раза, да, когда мы ходили. Вот, я вам сейчас показывал такую избушку недавно. Все, сейчас сидим с Ромычем, вот. Немножечко отдыхаем, сейчас перекусим. И потом в люльку, потому что завтра вставать утром и идти до следующей избушки. А до избушки еще чуть больше, чем мы сейчас прошли. Сколько еще километра? Почти 3, да? Ну, примерно. Ну, примерно. Я так. А я со своей ногой больной, конечно, долго не смогу прогуляться. Но ничего, потихонечку доковыляю. А потом мы спускаемся на реку и прям по реке будем идти, да? Что-то 2600 или 2400 до следующего. Ну, пускай 3, какая разница, грубо говоря. Ну, напрямую. Ну. А со всеми поворотами. Ну да. Там и будет и трешка. Там будет, да. Ничего, доковыляем. Все, друзья, короче, сидим, отдыхаем. Сегодняшний день вот у нас был такой. То, что мы сегодня всего лишь поймали на мизине 3 окуней. И вот, и собрались, ну, и поехали сюда. Так что, все, друзья, всем спокойной ночи. Нам приятного аппетита. Мы сейчас покушаем, чуть-чуть посидим, послушаем музыку, поговорим и тоже в люльку. Все, давайте, ребят, сегодняшний день был вообще насыщенный. Устали, все спотели. Ну, надо, да, надо, блин, обсохнуть. Хорошо, избушка вон хорошая, большая. Там растопили ее, сейчас там уже тепло. Все, друзья, давайте, до завтра. Всем удачи.